Привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем, вот только о смарт-часах. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, ссылочки в описании видео, там есть новостной канал, где есть вся информация очень интересная, циферблатик, программки и также чат, где вы можете задать интересующий вас вопрос и оперативно получить ответ на этот вопрос. Ну а мы с вами о новостишке. Вот появились у нас, дорогие друзья, рендеры грядущих Galaxy Watch 6 Classic от Samsung. Сам, что интересно, они вообще вот просто один в один, как Galaxy Watch 4 Classic. Кнопочки, посмотрите, тут и бизелек, самое главное, это бизель, дорогие друзья. Будет бизель. И как говорит этот инсайдер, который, в принципе, 99% всегда бывает прав, что данные часы представят уже в конце июля. В конце июля вместе с Zelt Flip 5 и The Fold 5, а также планшетами Tab 9. Так что мы с вами это дело-то будем ждать. Что же у нас здесь будет интересного? Ну, во-первых, изменится небольшой дизайн. В каком смысле? Экранчик станет чуть больше. Батареечка, как он говорит, будет меньше, но все же больше, чем на Galaxy Watch 4 Classic, но меньше, чем на Galaxy Watch 5 Pro. Также будет другой процессор. Если у нас на Galaxy Watch 5 Pro стоит W920, то на Galaxy Watch 6 Classic будет W980. Уже на 60 проганули. Круто? Я думаю, что да. Ну и, естественно, какие-то новые фишечки будут, о которых мало сейчас что известно, но, тем не менее, будем ждать и ожидать. Но самое, что главное, это все-таки бизель. Вот этот вот бизель, который вот здесь, вот так вот, на Galaxy Watch 5 Pro, ну вообще просто неудобен. А вот этот физический на Galaxy Watch 4 просто красота. Крути себе спокойненько, крути туда-сюда, и все будет работать. Ну, другими словами, конечно, плохо, что в дизайне ничего не поменяли. Хотя, с другой стороны, а что менять-то? В принципе, классика есть классика, кругленькие часики, красивенькие. Надеемся, что все-таки будут еще какие-то там фишечки новенькие, которых не было, допустим, на предыдущих версиях. Кстати, глядя на Galaxy, вернее, на Watch, Apple Watch, там вот эти вот, которые последние модельки Ultra, вообще крутая тема в плане погружения под водой, вот именно для дайверов, вообще вещь хорошая. Возможно, они что-то подобное сделают и на Galaxy Watch 6 Classic. Кстати, называться они будут вроде как не Classic, а как Galaxy Watch 6 Pro. Возможно. Хотя, может быть, и классика ставит. Посмотрим. Ну, ждем, дорогие друзья, от вас же ссылочки, если есть какие-то другие у вас новостишки, комментарии, пожалуйста, пишите. Также, дорогие друзья, подписочка, колокольчик. Очень буду признателен. Ну и телеграм-канал не забывайте. Пока и до новых встреч.